мы постарались взять те работы, которые исследуют природу NFT, природу нового явления, природу человека, который в этом явлении находится, исследуют особенности взаимодействия реальности и виртуального. Вот все вот это вот и есть тема этой выставки. История про NFT – это торговля криптовалютами. Это новая тема с торговлей, новая тема с ценностями, да? Это соотношение криптовалют друг к другу, к фиатным валютам. И, естественно, мы подумали, что вот эта история про биржу будет очень хорошей отсылкой сюда, да? То есть биржа – это место, где как раз бьются котировки, понимаются все истории. Поэтому мы решили вот именно этот зал биржи центральный взять в качестве… Любой музей, это же не что-то вот собрали в пыльные лавки, и там оно хранится. А это именно то, что развивается и развивается вместе с человеческим обществом. И поэтому, конечно, если это есть, если это имеется, ну и, соответственно, правильно, что делают выставки этого, потому что все же стоит, все изменяется. У нас новое поколение наше, наших детей, оно выросло на смартфонах. Если мы хотим их каким-то образом привлечь к этому искусству, то это такой путь. Насильно, что называется, это трудно будет, а через...